За несколько лет семейный бизнес Хабибулы Ахмедова вырос в небольшое предприятие. Специалисты производят сублимированную продукцию. Из ягод, овощей и фруктов удаляют влагу с помощью вакуума. Масса продукта уменьшается практически в 10 раз, а витамины сохраняются. Хабибулла Ахмедов говорит, пора расширять рынок сбыта. Хочу, чтобы вот это свой продукт не только показать, хочу, чтобы нормальный партнер найти себе, чтобы работать. Дальнейшие 12 месяцев мы можем обеспечить всяких вот этих продуктов. На нескольких стендах агропарка делегация из Узбекистана представила жителям региона свою продукцию, которую производят на предприятиях Наманганской области. Это сухофрукты, соленья, соки, трикотаж, обувь, постельные принадлежности, пряжа и ковры. Конечно, вот эти дары солнца, благословенной узбекской земли, я уверен, в такую ненастную, что уж там говорит, погоду порадуют наших земляков, жителей Самарской области, которые придут сегодня сюда и в последующие дни, и, наверное, станут немного счастливее, потому что в каждом фрукте, который здесь представлен, есть частичка тепла Узбекской республики. Более 70% бизнесменов представляет около 400 видов продукции, произведенных на Наманганской области. Уже вчера мы провели, наши предприниматели провели B2B-встречи и нам доложили более 75 миллионов долларов, они обоюдные договора на экспортные и импортные. Наманганская область – один из крупнейших центров текстильной промышленности Узбекистана, место запуска современных производств. Там организованы свободные экономические зоны, работают десятки совместных предприятий с участием инвесторов из различных стран. Компании двух регионов договорились о работе по вопросам экспорта и импорта, а жители региона получили возможность приобрести свежую продукцию, которую не производят в Самарской области. Выставка-продажа продлится до 16 ноября. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.